Поэтому, чтобы дилер выжил, он делает ровно то же самое, что и мы. Это структура ценообразования автомобилей из Китая. Импорт автомобилей в Россию вырос в 4 раза. Для клиентов, вот мы недавно привозили коробку в сборе, это ДСГ. Блин, чем не Панамера? А самое главное, я не знаю, что из этого безопасно. В предыдущем выпуске Сергей Знаевский рассказал вам вообще примерно все про параллельный импорт. Ну а теперь настало время разобраться, что же происходит на рынке автомобилей с пробегом и на рынке новых официальных машин. Ну а этот выпуск начнет царь всех толщиномеров и гроза всех смотанных одометров Кирилл Чернов. Хорошие машины продаются на Автору. На вторичке, на первый взгляд, все гораздо привычнее. Здесь вы можете также приобрести полюбившиеся вам BMW, Audi, Mercedes, Kia, Hyundai, Toyota, Honda, Mitsubishi. В общем, все привычные нам бренды. Но привычны они только на первый взгляд. Дело в том, что все машины, которые вы видите на вторичке сейчас, тоже привезены из-за границы. И вот здесь есть особенности. Самыми привлекательными по цене, скорее всего, будут автомобили из Америки. Но дело в том, что подавляющее большинство автомобилей, которые привезены из Штатов, куплены там на аукционе страховых компаний. То есть, по-простому, это тотал. Машины, которые списали из-за того, что они попали в ДТП, либо получили какие-либо повреждения. Ну, например, в результате наводнения. Проверить это очень легко, причем сделать это можно совершенно бесплатно. Достаточно просто вбить VIN-номер автомобиля в поисковую строку, и вы увидите, в каком состоянии автомобиль продавался на аукционе в Америке. С автомобилями из Америки разобрались. Также на вторичке представлено много машин, привезенных из Европы. Они редко бывают битыми, но у них другая напасть. Как правило, все они смотаны. Причем смотаны они с очень больших пробегов. Если вы думаете, что большинство машин смотано с пробега 200 тысяч километров, то вы ошибаетесь. Есть и пробеги 300 тысяч километров и 400. Рекорд смотки, который попадался мне, принадлежит Мерседесу Е-класса, продававшемуся у нас в России с пробегом 100 тысяч километров, и который был куплен в Швеции с пробегом 600 тысяч километров. И, увы, смотанный пробег — это еще не самое страшное. К сожалению, в продаже попадаются автомобили, привезенные из Европы, которые числятся в Интерполе. То есть, другими словами, они угнаны. В продаже такой автомобиль может быть как у частного продавца, так и у официального дилера на комиссии. И, как показывает практика, пользоваться спокойно этим автомобилем, скорее всего, не получится. Также совсем недавно на вторичном рынке было довольно много автомобилей, привезенных из Кореи. К сожалению, сейчас продаж их осталось не так много. Дело в том, что емкость корейского рынка оказалась не такой большой, она сопоставима с нашим рынком, и в итоге все привлекательные варианты в Корее просто раскупили. К тому же возросший спрос привел к неизбежному повышению цен. К тому же продавцы в Корее стали менее честными, попадаются и смотанные, и битые автомобили. Добавьте к этому периодически возникающие сложности с оплатой, логистикой и оформлением экспорта, и в итоге получается, что машины из Кореи выходят примерно столько же, сколько и машины из Европы. С той лишь разницей, что машины из Европы приезжают в Россию за 2 недели, а машины из Кореи за 2 месяца. Но главная проблема автомобилей с пробегом, возимых из-за границы, все же цена. Несмотря на то, что сейчас привезти можно практически все, что угодно, курс валют, дорогая логистика, утилизационный сбор и таможенные пошлины делают невыгодным импорт недорогих автомобилей. Возникает резонный вопрос, а что же происходит на нашем внутреннем вторичном рынке, ведь, по идее, на нем должны продаваться автомобили, которые были куплены новыми у официальных дилеров по ценам, которые сейчас кажутся совсем невысокими. К тому же курс валют и санкции на нем не должны были сказаться. За ответом я отправился к эксперту. И, если честно, эту часть я подсмотрел у Знаемского. Вот и поговорили все. Ну так вот, что с ним происходит? Они просто стали стоить в 3 раза дороже, чем они продавались новыми там в свое время 10-летние эти автомобили. Ну и один из ярких примеров. Там какого года? 10-го года Honda Civic, всеми любимый седан. Недавно вышел на Автору за 1 100 000 рублей. При его цене, там, нормальный, 3 года назад или 2 года назад, 400, да, и сейчас 1 100 000. Вот что с ним происходит. Не могу не спросить про цены. Ты сказал, что в 2-3 раза выросли относительно того, что машина стоила новой. А есть вообще какое-то экономическое обоснование? И какой верхней планке в итоге стремятся эти цены? И вообще почему? Ну, вроде же они за рубли куплены, рубль...
Причем здесь же ни курс евро не влияет, ни санкции. А на самом деле виной такому подражанию автомобилей с пробегом являлись в том числе и большое дилерское сообщество, и вновь открытый у них бизнес, которого раньше не было в России, это выкуп автомобилей с улиц. То есть до там ковида, до других событий, да, февраля, была такая ситуация, что дилеры в основном занимались трейдингом. Был там 1-2 игрока, которые занимались выкупом автомобилей, остальные на выкуп вообще не смотрели. То есть если ты приезжаешь просто продать автомобиль, у дилера либо нет этой возможности, либо он выкупает ниже плинтуса. То есть такого не было. Потом, когда стал дефицит автомобилей, начался он с ковидных времен, из-за того, что не хватало каких-то запчастей, логистические цепочки там рвались, все остальное. Дилеру надо держать свою махину, зарабатывать деньги, расти, расти в персонале, расти в продаже. Дилеры стали один за одним открывать отделы выкупа. А раз они выкупают у частных лиц, то, соответственно, растет спрос. Растет спрос не частный частник, да, а растет спрос как раз дилера купить участника. И одно за другое тянет. Один дилер дает столько денег, второй столько, пока в какой-то момент не появился дилер, который стал выкупать автомобиль. Вот ты хочешь миллион, он за миллион у тебя и покупает. А иногда и за миллион 50. Ну, типа, подожди меня 2 часа, я у тебя куплю дороже рынка. Соответственно, он выставляет ее там 1 300 000. Частник, видя это объявление за 1 300 000, ставит его за 1 500 000. Дилер у него покупает за 1 500 000, и все это лавинообразно начинает расти вот эту вот самую стоимость. Поэтому потом появились как раз обратно вернулась возможность заказать автомобиль из Европы, где такое лавинообразное ценообразование не было, только из-за разницы курса, да, поднималась цена. И люди опять стали заказывать автомобили из Европы, из Америки, там, из японских аукционов и тому подобное, потому что внутренний рынок России сам себя разогревал. Во-первых, большой спрос, потому что новых автомобилей нету, ну, не было. Во-вторых, вот как раз вот этот отдел выкупа, который стал все скупать просто огромными количествами, перепродавать друг другу. Есть очень комичный случай у меня. Знакомый покупает в дилерском центре X автомобиль за, там, не знаю, 400 тысяч рублей, возьмем, к примеру, так. Купил он его с целью перепродать, потому что показалось, что дешево. Выставляет его за 450 тысяч рублей. Ему тут же звонит дилер с таким же названием, но с другим дилерским центром, который находится по другому адресу. И говорит, мы у тебя этот автомобиль забираем, оставайся на месте. Он говорит, да вы что, смеетесь? Я говорю, у вас вчера купил этот автомобиль просто по другому адресу. Да, да, говорит, мы знаем, но те колеса, что тебе подарили, ты тоже нам отдай. То есть вот таким образом дилер просто нарастил стоимость этого автомобиля, то есть он продал за 400, выкупил за 450 и в продаже выставил там условно за 500. И вот автомобиль за 400 стал стоить 500. Но при этом дилер получил штучку продажи, дилер там продал, может быть, страховку или что-то еще, там, не знаю, резину и тому подобное. Но тем не менее он взял и искусственным образом вырастил стоимость. Да, потом он, наверное, ее будет так же долго продавать, а может и нет. А в целом ситуацию на вторичке ты бы охарактеризовал как пирамида, пузырь или сумасшедший дом? Я просто разницы не вижу между этими словами. Ну, наверное... Что ж, принимаются все 3 ответа. Наверное, пузырь. Наверное, пузырь, который раздули, думая, что все будет классно, все будет здорово. При этом очень сильно подпортило картину автомобилем вот этим с пробегом параллельный импорт, который привозил классные автомобили, что тут говорить, то китайские, что из Китая, но те, что европейские, по приятным ценам, с хорошей пошлиной, ну, там, с небольшой надбавкой в цене, с доставкой, конечно, нам картину подпортил. Потому что что на то нет гарантии, что на пробег нет гарантии. Какая разница, какую покупать. А основной дилерский сегмент — это автомобили, ну, даже не основной, а в принципе это дилерский сегмент, не старше 15 лет, не старше. В основном-то это вообще 5 лет. Но, тем не менее, мы так сейчас раскроили, это там не старше 15 лет, не дешевле 800 тысяч рублей. Это вот дилерские автомобили. И если посмотреть сейчас соотношение, сколько таких объявлений от частных лиц, от юридических лиц, то есть раньше дилеров там незаметно было в полном объеме предложений, то есть сейчас, например, по Москве 44% автомобилей вот таких находятся у дилера. Ну, по стране чуть меньше, но они находятся у дилера, не участника уже, те, что имеются в продаже. То есть традиционно примерно статичное количество предложений автомобилей с пробегом, вот на Автору в Москве там 65-67 тысяч, 70 был, да, в потолке, оно таким и сохранилось. Но изменилось перераспределение. То есть если у дилеров было
там, условно, 20% от этого стока, то теперь там 30%, да, ну, 44% в определенном ценовом сегменте, во всех ценовых сегментах 30%. А участники сократились год к году очень сильно. То есть, либо люди затаились, не продают, либо то, что они выставили, у них забрали дилеры, и, соответственно, следующие участники вынуждены покупать у дилеров уже по цене, которая выше. Поэтому, ну, наверное, этот пузырь, он раздувается, и в какой-то момент цена достигнет, ну, прям апогея, могла бы достигнуть, просто дилеры у нас тоже, ну, как бы не первый год на рынке, они знают, что с этим делать, как эти стойки распродавать, как вовремя остановить выкуп, чего не выкупать, как посчитать, что продается, то есть дилеры все это немножко подрегулируют. Просто был высокий спрос, новых автомобилей практически не было поддержки, они действительно по РРЦ, даже китайцы очень дорого стоят. И если мы вспомним, там, условно, 19-й год, какой-нибудь не так давно, 4 года назад, за те же там 3,5 миллиона, что сейчас стоит в среднем там новый автомобиль, ну и в среднем автомобиль с пробегом, ты мог купить там, не знаю, новый Audi Q5 в неплохой комплектации, BMW X3 мог купить в неплохой комплектации, то сейчас это там вообще невозможно купить. Но и тогда, в 19-м году, цена казалась высокой. То есть, казалось, 3,5 миллиона — это дорого. Это прям, ну, для машины это дорого. А так как сейчас все вокруг подорожало, абсолютно все, и продукты, там, не знаю, iPhone тот же, он 200 тысяч, когда мы такое видели, люди потихоньку начинают привыкать, что 3 миллиона — это, в принципе, и не так уж много. И поэтому охотнее там берут кредиты на эти автомобили. Но, соответственно, и планка нижней цены, видимо, тоже как-то смещается. И вот ниже какой сейчас отметки, по твоему мнению, нет хороших автомобилей? По моему мнению, если мы будем говорить про автомобиль с пробегом, мне кажется, ниже там 1,5 миллиона сейчас ничего особо не найдешь. Ну, вот примерно там 1,3 миллиона, 1,5 миллиона, на все остальное ниже. Иногда все-таки обращаются друзья, помоги выбрать хороший автомобиль за 900 тысяч. Я говорю, ну, они закончились в 2019 году. Хороший автомобиль за 900 тысяч. Ну, либо это 20 лет автомобилю, либо это очень большой пробег, либо это автомобиль с какими-то проблемами. Такой вот у нас сейчас рынок. Ну, и либо вы покупаете там Kia Rio или Hyundai Solaris, они как раз там 1,1 миллион, 1,3 миллиона в хорошем состоянии, года 16-17, это, ну, примерно там, наверное, 1300 дороже, чем они стоили в 16-17 году. Поэтому тут выбор делает каждый свой. Ну что, уже соскучились по этому мерзавцу? Вы вообще хотя бы помните, как называется эта машина? А это, между прочим, Kia Rio, который в докризисную эпоху был самой продаваемой иномаркой в России. Ну а это Chery Tiggo 7 Pro. И большую часть 2023 года именно он носил статус самой продаваемой иномарки России. Потом, правда, отдал лидерство Хавейл Джолион, но это уже совсем другая история. О ней мы поговорим как-нибудь в другой раз. Нифига себе поворот, да? От бюджетного седанчика, у которого сэкономили даже на кнопке открывания багажника, мы перешли к довольно крупному кроссоверу формата Toyota RAV4, который стоит минимум 2,5 миллиона рублей. Какого черта вообще происходит? Ладно, давайте оставим эмоции в стороне. В 2021 году в топ-10 самых продаваемых моделей российского рынка входили сразу 5 представителей B-сегмента. Это Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Но когда кризис с размаху всем нам дал вот такую вот оплеуху, Hyundai и Kia, а также Volkswagen приостановили производство в России. Ну а их бюджетные модели продолжали брать просто по инерции. Встала и Lada Vesta, оказалось, что для производства всего семейства в России попросту не хватает комплектующих. Поэтому вместо того, чтобы выпускать обновленную Vesta, вазовцам пришлось сделать импортозамещенную. И, кстати говоря, получилась она очень неплохой. Но это совсем другая история. Суть в другом. Когда у российских клиентов отняли дешевые модели понятных и известных им брендов, они начали смотреть в сторону китайцев. И выяснилось, что у них-то бюджетных седанов в ассортименте нет совсем. А деньги из-под подушки все-таки надо куда-то тратить. Эй, парни! Вот что я нашел в кармане! Вон! Ваша зарплата за год! Поэтому в топах рейтинга продаж начали обосновываться всякие Джолионы, Кулреи и прочие Атласы. Но вся правда заключается в том, что Chery Tiggo 7 Pro российские покупатели распробовали немного раньше.
В декабре 2021 года эта модель вошла в список лидеров российского рынка, разойдясь тиражом около 1500 экземпляров за месяц. А это результат, сопоставимый с Kia Sportage и Renault Sandero. Но вернемся в весну 2022 года. Тогда все только и делали, что считали, какие автомобильные бренды уже ушли из России, а какие вот-вот это сделают. И все интересовались, какие заводы еще худо-бедно выпускают автомобили, а какие оказались в бессрочном простое. И среди всего этого мрака Chery выводит на российский рынок новые модели. Предлагает рассрочки и интересные кредитные программы. И становится спонсором одного из самых больших и самых популярных футбольных клубов России, московского «Спартака». Короче говоря, делает все, чтобы быть на виду. А теперь давайте попытаемся поставить себя на место людей с другой стороны баррикад. Мы-то с вами прекрасно понимали, что какие-никакие автомобили в продаже все-таки будут. В крайнем случае можно пригнать себе что-нибудь из-за границы, а вообще-то можно и пешком походить, так даже полезнее. Но как переход от Kia к Chery, от Hyundai к Havail и от Mercedes к Чангану пережили продавцы автомобилей? Давайте это и выясним. До кризиса самые продаваемые модели до в России кризиса. Это что у нас было? Рио, Солярис, Веста, бюджетные седаны. Абсолютно. Теперь их на рынке практически нет. Так. Почему это хороший вопрос. Все покупают кроссоверы? Ой, это супер вопрос. Я на самом деле сейчас озадачена этим, потому что в портфеле появилась Амода, у которой есть S5, S5 GT. В портфеле появилось еще несколько брендов, где есть седан Джили, привезли им Грант, ну и так далее. И они действительно стоят. И почему все покупают кроссоверы? Потому что мы сами приучили к этому. Мы говорили, что да зачем тебе в такси это Рио, вот у нас есть там Chery уже тогда. У нас очень много было кроссоверов и Kia, и тогда был Seltos по хорошим ценам, ну то есть все, все вот это. И потом, хоп, время, когда в принципе их не было. И прошел год, на самом деле, уже пользования этими автомобилями, ну и они действительно поняли, ну под они, я имею в виду, это корпоративные клиенты, зачем брать седан, если кроссовер это, ну, ничем не хуже, по цене чаще. Теперь уже вообще намного лучше. Но и, ну, там же есть классификация, да, там вот это эконом, там комфорт, все такое. Ну, и с этой историей тоже связано, потому что кроссоверы, ну, там уже переходят в другую категорию. Ну, соответственно, работать на этом выгоднее. Ну, плюс за неимением альтернатив, потому что, ну, на самом деле сейчас седаны есть, но ну, не знаю, ни цена, ни там во многих вариантах качества автомобиля, ну, вот Kai, Bike, вот эти бренды, им не хватает еще тяги, чтобы люди такие, о, Kia ушла, возьму Bike. Это же равноценная история. Не хватает еще пока времени и узнаваемости бренда, чтобы с этой историей, ну, как-то чтобы росли продажи этих автомобилей. Да и зачем? А, приехал M-Grand, ну, у Джили, да, машина классная, реально классная. Да, мы на нем сюда и приехали. А, да, ну вот, но нету вот этой аудитории, но при этом у тебя стоит Cool Ray, чуть-чуть подороже, но это уже кроссовер, он выше, он там больше, он уже к нему уже все привыкли, он в каршеринге уже сколько лет ездит. И за, ну, если выбирать, люди всегда делают приоритет больше в комфорт, ну, вот в такой, ну, там, в обывательский комфорт. И, ну, тут кроссовер немного выигрывает. Но, опять же, дело вкуса. Допустим себе фантастическую, гипотетическую ситуацию, что они все такие. Возвращаемся. О, это ужасно. Почему? Ну, да нет, ну потому что это опять все перестраивать, это опять эти реконструкции. Ну, конечно, все оп и опять будут, но я так думаю, да, мне не могу сказать, что мне хочется в это верить, да, с нашим набором брендов в портфеле, но я думаю, что, конечно, многие переобуются обратно. Европейские бренды вернутся, они встанут и будут продаваться. Я очень сильно скептически
скептически отношусь к вот этой истории, что китайские бренды, иранские тем более бренды или что-то такое, ну, будут в ближайшие лет там 10 реально классной альтернативой. Мне очень нравятся китайские бренды, реально. Ну, вот там, если брать Zikr, Voya, ну, там есть действительно, что посмотреть. Но даже в Макмаркете есть интересные бренды. Ну, тут действительно есть... Да, мне нравится Geely тоже, в том числе. Но опять же, это дело вкуса, мы об этом там не, ну, об этом говорить не приходится. Но я очень сомневаюсь. Я вижу, как развивается параллельный импорт. Я вижу, ну, там, уровень, да, параллельного импорта и уровень комиссии у нас, например, в дилерском центре, да. И я понимаю, что, ну, клиенты этих брендов никуда не делись. А ценник, он вырос там, ну, какой-то там... Там не X2, не X3, там иногда европейских X5. Европейских, да, мы сейчас о них говорим. Да, абсолютно. Ну, то, что осталось на параллельном импорте, за исключением китайских. Вот, поэтому я все-таки думаю, что пока клиент есть, а бренды будут чувствовать себя нормально. Конечно, потребуется время на восстановление. Это 100%. На восстановление рынка для них. Потому что, как, ну, там, хочешь не хочешь, китайские бренды свою нишу тоже заняли. И действительно есть очень такой уже нормальный процент людей. Это очень сложно оцифровать, но эти люди действительно есть. Мы с ними там часто общаемся в шоурумах. Это те люди, которые увидели действительно хорошее качество там, китайских автомобилей. В общем, купить новый автомобиль в России прямо сейчас проще простого. Выбор очень широкий. Но одно дело приобрести новую тачку, а другое дело ее содержать, обслуживать, а в каком-то обозримом будущем еще и покупать запчасти где-нибудь на стороне, пытаясь сэкономить и не приобретать их у официального дилера. Кстати, а как сейчас дела обстоят с запчастями на китайские автомобили? Давайте выясним. И можно ли сказать, что китайские автомобили уже такие же надежные, как, скажем, японские или корейские? Ну, безусловно, мы можем точно сказать, что китайские бренды прошли огромный путь, скажем, за последние 20 лет, да, если сравнивать, например, такую популярную в свое время модель, как Cherry Amulet. Ну, и, насколько помню, они и в России производились где-то с 2003 года, они... выпускались, ну, это был автомобиль практически, грубо говоря, сделанный из картона, у которого не было никаких там систем безопасности, и который сгнивал за полтора года, просто стоя на парковке. Сейчас, конечно, качество намного выросло, автомобили стали технически более сложные, более современные. Поэтому напрямую, конечно, сравнивать китайцев 20-летней давности и современных очень сложно, но насколько они близки к европейским и там, южнокорейским маркам, тоже говорить пока сложно, поскольку не накопился еще какой-то большой пробег у этих машин. То есть большинство автомобилей, которые сейчас есть на нашем рынке, это машины совсем свежие, соответственно, пробеги у них тоже небольшие. То есть это порядка там, ну, до 100 тысяч километров. Что будет с ними после 150 там, и 200 тысяч, сказать пока сложно. Вот. По европейским, там, японским и корейским машинам у нас такие данные уже есть, ну, потому что они, естественно, гораздо раньше начали выпускаться и гораздо раньше появились на нашем рынке. Вот. Поэтому пока сказать сложно. То есть, ну, на данный момент... мы можем только констатировать, что качество в разы выросло. И раз уж мы затронули Cherry Amulet, я просто помню, как у меня во дворе стоял Cherry Amulet 20 лет назад, и каждый раз, когда я проходил мимо него, было все больше и больше дырок сквозных на этом автомобиле. Сейчас с антикором ситуация получше у китайцев? На данный момент времени каких-то серьезных проблем с коррозией у этих машин мы, по крайней мере, не замечали. А как они себя поведут в российских, а особенно в московских условиях с реагентами, солями, которых нету в Китае, по крайней мере, как мне кажется, в таком количестве нет, вот, сказать сложно. Но уже сейчас мы можем точно сказать, что прям таких серьезных проблем с коррозией, то есть машина приезжает там, спустя год эксплуатации, да, и у нее уже какие-то проблемы прям... сквозной коррозии. Такого нет. Но еще мне бы хотелось отметить, что проблема с коррозийной стойкостью, она характерна далеко не только для китайских машин. Вот, например, так как мы профильно занимаемся в первую очередь японскими и корейскими автомобилями, да,
По своему опыту я могу сказать, что, допустим, у той же самой Toyota и у Lexus есть серьезные проблемы с коррозией. Например, ну, в первую очередь, это очень тонкое лакокрасочное покрытие, в связи с чем практически там, каждый скол очень быстро начинает ржаветь. Вот. Но есть и более серьезные. То есть приезжали автомобили там, после 6-7 лет эксплуатации, мы на скрытых внутренних панелях обнаруживали достаточно серьезные очаги коррозии. Хотя казалось бы, что ну, Япония — это качество, в первую очередь, и она, марка Toyota так и воспринимается, как качество. Но у них тоже есть проблемы. Мы, допустим, встречали на том же самом Cherry Tiggo 7 Pro, интересные, ну, у нас тоже нет массовой какой-то большой статистики, естественно, да, но несколько автомобилей приезжало, предположим, с проблемой правого переднего ступичного подшипника, вот, несмотря на очень небольшой пробег. И при этом мы не обнаружили каких-то следов механического воздействия. То есть понятно, что элементы ходовой части можно повредить просто, там, да, если машина в люк попала или еще что-то. Но это именно наше предположение, что это качество запчастей. То есть страховщики в целом бьют тревогу, что запчастей на китайцев практически нет, что их ждать там от 40 дней до нескольких месяцев. Как вот вы видите эту ситуацию? Есть проблемы с запчастями на китайцев? Скажем, даже если мы берем какие-то вот базовые вещи, типа там колодки, те же ступичные подшипники, фильтры. Если говорить про, так скажем, расходники, с ними в первую очередь проблемы есть, с которыми мы сталкивались, это проблемы по подбору. То есть, например, мы там проверяем, да, естественно, каждую деталь, которую мы заказываем по ВИН-номеру, деталь подходит, приходит к нам и не подходит на автомобиль. То есть вот с таким мы сталкивались неоднократно. Опять же, проблема это с каталогом или это проблема какая-то с поставщиками запчастей? Ну, у нас такой информации нет, но мы с этим сталкивались. Что касаемо, допустим, кузовных элементов, оптики, там есть действительно серьезные проблемы, потому что не так давно к нам приезжал, сейчас я выговорю, G-Tour, кроссовер. Вот, у него было повреждение, и запчастей у него нет. То есть там тоже ему обещали какие-то сумасшедшие сроки ожидания. Соответственно, ну, мы предложили единственный выход — это ремонт. То есть понятно, что какие-то там детали, предположим, направляющие или крепление бампера, их, естественно, нужно менять. Но в случае, если это невозможно, потому что запчастей нет, мы предлагаем альтернативные варианты и стараемся приблизиться как бы к заводскому результату, насколько это возможно, в принципе. А также приезжал автомобиль с, сейчас скажу, если не ошибаюсь, это был Exeed RX, прям вот совсем свежая модель. У него была проблема с генератором. Причем пробег на автомобиле был что-то в районе 1500 километров, и ему тоже объявили как раз-таки там 40 или 50 дней ожидания, то есть машина новая, но воспользоваться ей невозможно. Ну, мы нашли альтернативные пути приобретения этих запчастей и просто заменили своими силами. А аналогов по запчастям вообще много на рынке? Ну, если мы говорим про кузовные элементы, их практически нет, потому что так бы мы с радостью предложили, да. Какие-то популярные модели, например, уже встречаются на авторазборах. То есть можно приобрести БУ-элементы, потому что, естественно, эти машины китайские, их много в такси, в каршере, они бьются, соответственно, БУшные запчасти на рынке появляются. По аналогам здесь тоже, если мы говорим про какие-то крупные бренды, то их, ну, совсем мало. Просто если мы берем, предположим, да, там, Toyota, да, мы примерно понимаем, какие фирмы мы можем клиенту порекомендовать, фирмы-производители аналогов, и которые будут, ну, если не на 100% по качеству совпадать с оригиналом, то хотя бы будут близко к этому. Здесь есть проблемы, потому что некоторые производители для нас, например, они, ну, мы не можем понять, насколько это качественно, а рисковать своей репутацией и предлагать клиенту что-то, просто чтобы на нем заработать, мы, естественно, так не делаем. На самом деле, есть еще проблемы по программному обеспечению, потому что оно, ну, по крайней мере, нам известно несколько случаев, когда автомобиль приезжает с проблемой, мы понимаем, что нужно программное обновление программного обеспечения, человек едет к дилерам, возвращается к нам и говорит, что дилеры не могут решить
не могут устранить эту проблему, потому что у них, у самих еще нету самого последнего вот этой версии софта, который нужно установить. То есть с этим мы тоже сталкивались. Как это, опять же таки, да, если мы говорим про эксплуатацию зимой, особенно в условиях Москвы, мне кажется, что еще несколько лет должно пройти, чтобы мы вот прям смогли какую-то статистику набрать. То есть, конечно, бояться напрямую, ну, если мы говорим о том, что вы покупаете китайскую машину, и она через год превращается, я извиняюсь, в ведро с болтами, такого, конечно, уже нет. Но, тем не менее, говорить про какие-то там условные двигатели-миллионники или там машины, которые не теряют в цене, такого, конечно, нет. Но сейчас, честно говоря, такого нет уже и у многих европейских, даже японских брендов. Когда все импортеры начали от нас потихонечку уходить, их начали замещать китайские автобренды. Что в это время почувствовали дилеры? Как они перестраивались на новую реальность? Значит, смотрите, первое, что сделали дилеры, как они делают обычно, поставили заградительные цены на те автомобили, что у них еще остались, традиционных брендов. Для чего? Для того, чтобы не распродать все за две недели и остаться без стока. Поставили заградительные цены. В том числе не только на автомобиль, в том числе и на мотоциклы. Но людей это особо не останавливало, они все покупали, потому что непонятно было, что будет с деньгами. Но потом потихонечку все-таки импортеры стали уходить. Традиционные бренды, говорить, что мы ушли, а вроде не ушли. Вот. И стали появляться китайские автомобили. Они и были до, на самом деле, просто не в таком количестве. То есть, подозревая прогнозы, что будет происходить дальше, дилеры стали один за другим получать эти дилерства, открывать или перестраивать шоурумы на китайские бренды. Произошло то, чего не было никогда на рынке. То есть дилерских центров там, на один город Москва по какому-нибудь бренду, может быть, 40 штук. По какому-нибудь там, не знаю, Хавейлу или Черри. Mm-hmm. Зачастую бывает так, что, выходя из одного дилерского центра Черри, ты уже глазами видишь другой. То есть они прям даже и недалеко стоят. Также была осторожность. То есть, если там Geely, Cherry и Havail все давно знают, поэтому дилерство можно было смело открывать, то есть бренды, которые там только приходили. Uh-huh. Kia, G-Tour, там, Bike вот сейчас появился. Uh-huh. То есть, это вот такие бренды, ну, с которыми рынок условно не знаком. И зачастую и импортера там, ну, особо как такового мощного, как там Volkswagen был, нету. И знакомить рынок с этими автомобилями надо было дилерскому сообществу. И получалась такая история, что, взяв на себя какой-то бренд, да, взяв обязательство продавать, осуществлять гарантийную политику, ты вынужден был не только продать автомобиль, перестроить там шоурум и все остальное, но и заниматься в том числе и маркетингом этих автомобилей, давать разъяснения, снимать видеоролики, насколько эти автомобили хороши. Зашла речь о том, что есть высокая конкуренция между дилерами. Да. Есть сейчас вариант прийти к одному дилеру через, сказать, я готов купить машину за 2-300. Он говорит, мы готовы отдать. Идешь к другому дилеру, говоришь, я за 2-200 готов. И он там за 2-200 отдает без кредитов, без трейдинов, без ничего. Или такой вариант не работает? Потому что кредитная же история, я так понимаю, это все импортерские программы в том числе. Иногда сработает, иногда нет. Зависит от того, в какого дилера вы попадете. Угу. Есть дилер, который выполнил план продаж этого месяца и ничего как бы дальше не ждет. А есть дилер, который не выполнил. И он, конечно, вам отдаст автомобиль за 2-200 ради штук. Для чего он это делает? Несмотря на то, что он автомобиль продает в минус, откровенный минус для себя. Uh-huh. Традиционно у всех импортеров, которые были в России, и теперь китайских импортеров, появилась такая история, как вознаграждение переменной маржой. То есть при выполнении плана продаж в штуках, там, кредитов, трейдинов и тому подобное, дилер садится за свою CRM-систему, считая, сколько ему чего не хватает, и вот эта сделка за 2-200 uh-huh. закроет ему этот план, и он получит там денежное вознаграждение уже от импортера uh-huh. отдельное, которое можно будет закрыть как раз все эти минуса, что у него накопились. И если вы пойдете к такому дилеру, он вам отдаст за 2-200 автомобиль. Неохотно, конечно, 7 раз сходит, посоветуется с РОПом продавец, uh-huh. на самом деле выйдет в курилку и вернется. Потому что сюда продавцы сами вправе, да, торговаться. Но автомобиль он вам продаст. То есть вернулось то, что было традиционно любимо всеми россиянами. Создать самому для себя ощущение урвал. Урвал, да. И дилер охотно этим пользуется. Как найти такого дилера, который выполнил план? Не выполнил. Или не выполнил. Или не выполнил. Ну, не выполнил, действительно. Да, тут все очень просто. Заходите на автору, видите, объявления висят, значит, не выполнил. Ценный совет. Пользуйтесь.
На самом деле, у меня нет ответа на этот вопрос. Угу. То есть надо, ну, видимо, просто позвонить, поездить. Лучше поездить. То есть ни в России, ни во всем мире не принято разговаривать о цене по телефону. То есть вы, ну, желаемо, да, конечно, угу. вы сидя дома на диванчике, обзвонили 10 дилеров, вам сказали, мы отдадим за 2200, мы за 2300, мы за 2350 резину подарим и все остальное. Вы собрали себе шорт-лист, выбрали, как вам выгоднее, угу. и поехали. Не работает. Никогда не работало и не будет. То есть вам придется потратить, если вы хотите урвать, получить вот эту выгоду, вам придется потратить собственные там часы усилия, поездить по дилерам с каждым, пообщаться по несколько часов для того, чтобы предложить себе это сформировать. Но люди так не поступают. Люди приходят в дилерский центр, если предложение устраивает их ощущение, за которое цена, за которую они хотели купить автомобиль, они совершают сделку. Они не делают такое, что, может быть, где-то будет дешевле. Люди так не делают. А вот возвращаясь к вопросу стока, на который выставили заградительные цены да? Весной того года. Да, да. А есть вообще понимание того, сколько таких машин осталось на складах? И есть. Что их ждет? Есть. Их практически не осталось. Значит, у нас, знаете, что случилось? Сначала прям бум распродаж. Угу. Апрель, ну, так, март, апрель, май. Вот прям было много. А потом в лето, в июль месяц, все пришли с этими стоками, что сохранили, а спрос прям резко упал. Хитрые дилеры, самые хитрые, ну, точнее, не хитрые, а предприимчивые, сделали классную штуку, они их убрали вообще. Ну, то есть они нигде их не продавали. Из дилерских центров убрали. Угу. Убрали собственных сайтов, с классифайдов. Отовсюду они их убрали, и это золотой запас. То есть они традиционные, они по старой закупочной цене, учитывая, как сейчас за два года выросли цены, угу. и он на них хорошо зарабатывает. То есть если у дилера были деньги не заемные, а собственные, которые он инвестировал, то он вот провернул такую классную штуку, что не распродал их тогда, а теперь активно реализовывает, тем самым делая свой бизнес успешнее и прибыльнее. То есть если есть клиент, который готов прийти за китайским автомобилем, за него все-таки стоит побороться, то машины из стока уходят прям вот, если они потихонечку добавляются в продажу. Ну, и традиционные, да, про которые вы говорите, да. То есть, вот. Несмотря на проблемы с обслуживанием, со страховкой, с запчастями. Но немецких Т-тройки таких автомобилей нет, там BMW, Audi. Я говорю про массовые автомобили, там Hyundai, Kia. То есть вот они добавляются, и, кстати, на них классная стоимость. Давайте скажу, что там Kia Soul сейчас, когда раньше казалось, она никому не нужна, сейчас, когда она стоит 2,5 миллиона, новенькая, ну, 22-го года. Это же прям подарок, можно сказать. В общем, да. Можно, да. Кстати, на Автуру можете найти такие машины, купить, они действительно есть. Сейчас мы закончим, пойду как раз думаю поменять автомобиль. И если вам все-таки лень обходить всех дилеров с предложениями, вы можете, минутка рекламы, да, вы можете обратиться на сайт Автору, там есть кнопка подбор автомобиля, оставляете телефон, наши специалисты с вами свяжутся, потом свяжут вас со всеми дилерами, которые торгуют этой маркой, в которых мы уверены, что у них эти автомобили есть, и цены, они говорят, конечные прямо по телефону, и вы спокойно приобретете себе автомобиль на максимально выгодных условиях. Да, а ссылочка будет в описании. Допустим себе фантастическую ситуацию, что все традиционные бренды такие. Обратно. Что будет происходить в дилерском сообществе в этот момент, когда компании, с которыми они работали десятилетиями, скажут, мы хотим обратно. А здесь уже все в китайцах, которые неплохо продаются. И которые уже массово проданы и позволяют зарабатывать на сервисе. Хороший такой вопрос на фантазию, да? Что с ними будет? Ну, допустим, вот что могло бы быть? Ну, я думаю, что они не выдержат теперь с китайскими марками конкуренцию по цене. То есть они будут, ну, типа, существенно дороже. Это по-первых. Во-вторых, да, не стоит забывать, что огромное количество людей, несмотря на то, что мы говорим, что много там покупают китайцы, но огромное количество людей остаются приверженцами марок Volvo, Audi, BMW, там, Mercedes особенно, да, что они будут рады, и они продолжат их покупать, обслуживать и тому подобное. Они сейчас это делают, несмотря на дорогие запчасти. То есть для них станет, ну, типа, прям супер отлично. Если, да, Audi вернет свои, там, А4 за 2 миллиона рублей, то я думаю, что все. Китайские автомобили просто остановятся в продаже все абсолютно сразу же, когда можно будет купить Audi новый за 2 миллиона рублей. Но такого просто не произойдет. Такого никогда не было, и я думаю, что никогда и не будет. Ну, то есть китайцы с нами навсегда? Да, я думаю, да.
Ну что, друзья, теперь вы знаете о российском автомобильном рынке примерно все, что нужно знать о нем прямо сейчас. И не забывайте о том, что мы регулярно тестируем все эти новые машины, а также постоянно изучаем тачки на вторичке. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропускать новые выпуски. Берегите себя, скоро увидимся.